мне хватит. Весь вечер я тебя терпел, но моему терпению тоже приходит конец. Да ладно. Неужели? Не уходи, я тебя умоляю, ну, пожалуйста. Ты права, все, я займусь делом, я перестану бухать, и только пожалуйста. Просто хорошо. Просто хорошо, Альбин. Хороший тост. Давай. О, нет. Отстань, сука! Тварь сумасшедшая! Так я тебя не понял. Ты хочешь расстаться? Откровенно, давай скажи. Мне все равно. Я хотела бы работать вот в этом ресторане. Танцевать. Да. Так что ж ты молчишь? Пошли попробуем. А вы кто? Давай, заходи. Аллочка, зачем ты кровать застелит? Ты не должен это делать. Это мне что, сложно, что ли? Она это делает. Давай, прибирай. Зачем ты так с ней? Она же ничего не сделала. Правильно. Она не делала муж счастливой. Ты мой хорошенька. О, поцелуй. Ты плохо работаешь. И за это я должен тебя кормить? Давай, быстро. Быстро. О, хаоса. Мехмед, здравствуй, брат. Заходи. Давай посидим. Как ты? Здравствуй. Здравствуйте, как поживаете? Спасибо, хорошо. Принеси нам чай. Ну, рассказывай, как ты? Нормально. Давно не виделись. Чем занимаешься? Да все тем же. Ничего нового. А ты, смотрю, поправился. Да ладно тебе. Приятного аппетита. Спасибо. Угощайся, брат. А ты все сидишь и смотришь за красивыми девушками? Ну, а чем тут еще заняться? Ах ты, проказник. Мехмед, расскажи, как поживаешь? Я недавно вернулся из Лондона. 5 лет там учился. Только учился? Естественно, не только. Знаешь, сколько там девушек? Вообще не до учебы. А я только поступил. Дай бог, скоро стану дипломированным экономистом. Дай бог. Дай-ка мне кальян. Ты чем-то расстроен? Да ты не обращай внимания. Все равно уже ничего не изменить. Такие вещи случаются. Я со своей русской девушкой расстался. Забудь ее, Мехмед. Не хватало еще из-за бабских капризов жизнь портить. Если ее что-то не устраивает, пусть к себе в Россию валит. Ты меня не понял. Ты же ее совсем не знаешь. Она особенная, просто... пока не понимает каких-то вещей. А что тут понимать? И так все понятно. Таких, как ты, во всем мире по пальцам пересчитать можно. А таких, как она, ну, ты сам знаешь. Она мне говорит, что для счастья одной любви мало. А чего ты ждал от русской? Разве они умеют любить? Им только деньги нужны. Нет, брат. Маша умеет любить. Она потратила последние деньги на подарок для меня. Старалась угодить, сделать мне приятно. А я только теперь понял, насколько я виноват перед ней.
Я тебя не узнаю, Мехмед. Если бы я знал тебя хуже, подумал бы, что ты влюбился в эту русскую. Да какая уже разница, влюблен я или нет? Все равно уже ничего не изменить. Ну ладно, забудь про это, мне пора, брат. А как же чай? Как-нибудь в следующий раз. До встречи, всего хорошего. До встречи, береги себя. До свидания. Салам. Ну, что такое кислое с утра? День плохо начался. Расим отругал меня. Клиент пожаловался, что я медленно обслуживал его. Боже, не обращай внимания, ерунда все это. Какая ерунда? Я старался, а от Расима доброго слова никогда не слышал. Обидно. На обиженных в воду водят, Кара. Все. Улыбнись, улыбнись миру, и мир улыбнется тебе. Понял меня? Понял. Понял. Таисия, привет. О, Ксюнь, привет. Ну и видос. Классный? Я очень долго старалась. А ты что так пришла? Просто так или хочешь что? Да, хочу сделать новую прическу. Седай. Спасибо. Седай. Еще на каблуках не мучилась ходить. Да, хорошо. Может, каре тебя сделаем, а? Нет. Я, знаешь, я хочу вот прям что-то кардинальное. Ну, химию. Вот химию давай. Да ты шо? Да кто сейчас химии делает? Да тебе и не пойдет. Какая химия? Ты шо? Тась, у тебя такая услуга имеется? Имеется. Значит, кто-то ее делает. Шлюхи делают. Идиотки, народ тебя. Вот кто делает. Вот я и хочу сделать. Ой, Господи. Ну тебе не пойдет, Ксюня. Ты понимаешь, ты как дешевка выглядеть будешь. Хорошо. Слухай, Ксюня. Ля. Ты видала? Парик какой у меня есть, а? А ну давай попробуем, а? Если тебе подойдет, я тебе его подарю. Давай. Ой, погоди. Парик. Давай. Так. Подожди-ка. Ну, что-то как-то я... Так лучше, и волос много. Че, прям подаришь? А че, подарю. Ты у меня палочка-вручалочка прямо. А, Ксюнь, отлично. У меня ничего не получается. Все, фигня и обломы. Советуйте, что делать, не знаю. Фигня, что это? Ну, не получается, когда ничего. Ничего не складывается. Давайте, вы мудрый, говорите мне, что делать. Она говорит, что у нее не получилось ничего изменить. Если ты любишь Мехмеда, тебе придется принять его таким, какой он есть, и уважать его принципы. Если ты любишь Мехмеда, то принимать, как он. Ну, так надо принимать. Слушай, я, может, его принимаю, конечно, какой он есть. Ну, что... Ты меня не дослушала. Один человек не может быть счастлив в любви. В любви могут быть счастливыми только оба. Любовь на любовь. Один человек не может быть счастлив в любви. А два человек будет когда-то тогда счастливее жизни. А, понятно. Ничего себе, вы глубоко вообще как... Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел выкупить портсигар. Плачу любые деньги. Мне не нужны твои деньги. Портсигар не продается. За сколько можно купить вещь, в которую девушка вложила не только последние деньги,
но и свою любовь. И почему сейчас ты готов платить мне любые деньги, а ей не сказал простое спасибо? Может, потому, что в тот момент ты думал о своей чести, а не о ее любви? Я ее очень сильно люблю. Я люблю ее больше жизни. Как я могу доказать? Что я могу сделать, чтобы она поняла? Он действительно любит. Хочу вернуть портсигару. Я хочу вернуть портсигар. Он хочет его вернуть. Я же сказал. Портсигар не продается. Маша. Простудился? Нет, там пыль просто. Я хочу выкупить вот этот сигар. Он мне объясняет, что я правильно делал, а что неправильно. Понятно, понятно. А ты знаешь, что вообще-то в любви человек не может быть счастлив? Ладно, не говори глупости. Ты меня не дослушал. В любви могут быть счастливы только оба. Поэтому я иду к себе. Браво, браво. Я даже не ожидал от тебя такие слова. Мне придется тебя больше слушать. Давно пора. Сейчас, минутка. Пак, он и так вы мне продадите портсигар или нет? Если да, то просто назовите цену. Этот портсигар научил вас любви больше, чем все мудрецы на свете. Я его не буду продавать. Я его просто так вам подарю. Вы мне только что вернули не портсигар, а мою Машу. Слава Богу. Благодарю. Султан, привет. Смотри, я придумала себе новый образ. Так. Вот, смотри. Видишь, туфельки, платьице. И вот рыжий цвет волос. Я прям теперь как рыжая бестия, да? Ну, красиво же. Ты посмотри, я божественна сейчас. Я, понимаешь, многие мужчины на меня теперь смотрят, и вообще нет отбоя от них, вообще нет. Вот. Я с ними сексом теперь занимаюсь. Это гораздо лучше, чем с Арханом. Гораздо лучше, чем с Арханом. Ах ты, Ксюша. Ксюша, как же мне жаль тебя. Что, ты жалеешь меня? Я не пойму. Не надо меня жалеть. Себя лучше пожалей, понимаешь? Себя. Yourself. Это из-за того, что Архан тебя бросил? А что Архан? Мне плевать на твоего Архана. Не трогай меня, Султан. Иди отсюда, я прошу тебя. Иди, get it! Аллах ярдамчин олсун. Бог тебе в помощь. Ну, правда, не знаю, как благодарить. Да ладно, красота. Если бы я и треснув шею поменял, вот тогда была бы красота. А так? Красота. Ты одна? Теперь мне понятно, чью он антенну поправлял и чью трубу прорвало. Ларис, это не то, что ты подумала. Дело. Да нет. Я тебе сейчас так трубу заткну, раньше, чем ему антенну поправлю. Где она, тебя спрашивает? Да не пари ты горячку в самом деле. Да пусти, я тебе сказала. Стоишь. Ну, а что делать? Вот полдня возился, теперь стою, отдыхаю. Бессовестный ты. Кобелина. Тебе что здесь, медом намазано? Да, Ларис, ну ничего не было. Ну что ты, честное слово, по-родственному человек решил помочь. Помочь? Да тебе уже ничего не поможет. Как это у вас
все за моей спиной это сладилось, а? Что ты несешь? Вы из меня дуру-то не стройте. Я все вижу! Так, все, помолчи. Пошли. Дома поговорим. Дома? А вот тебе. Нет у тебя дома. Вот здесь теперь будешь жить. Как ты там говорила? Совет да любовь? Вот, держи. Совет да любовь. Да, вот это кажется лучше. Лучше. А мне кажется, она какая-то желтенькая. Может быть, еще что-нибудь? Да. Смотрите, новая коллекция. Пожалуйста. Вот. Какие люди. Таисечка, добро пожаловать. Здравствуй, Соленчик. Как ты? Неплохо тут, неплохо. А я вот спекла к чаю. Ах, что за женщина, на все руки мастер. А я сейчас чаю приготовлю. Да ладно, ну делов-то. Я чай приготовлю, вместе попьем. Соленчик, Соленчик, да? Только кралечке казать надо, чтоб она прибралась оттуда. А то не гоже, чтобы люди у такой пылюки толкались. Маша, а? Чё я-то? Чё сразу я-то? Ну а кто? Я, что ли? Или вин? А? Это что ты тут за такой бардак развела? Погляди, пыль везде, грязь везде. А? Девонька, а тебе очень эта шубка к лицу. Бери, не пожалеешь. Пойдем. Ну, берете? Да, да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, я вас слушаю. Ну как? Вкусно? Как вкусно. Как твоя улыбка? Чёрт бы взять. Прекрасно. Как и ты, красавица. Сколько вам взвесить? А есть что-нибудь диетическое? Есть что-нибудь диетическое? Нет, извините. Ну, как же? Смотри, вот. Что это? Диетик. Этими делами занимается мой муж. Продам со скидкой, не волнуйся. Нет, нет, сейчас муж придет. Что ты тут делаешь? Кто это? Что он от тебя хочет? Смотри, что я принес. Это отличный батончик. Убирайся отсюда. Это очень полезная вещь. Убирайся, я сказал, немедленно. Ну ты только посмотри. Не хочу я ни на что смотреть. Убирайся. Послушай, нет. Ну, сказал, убирайся. Все, все, ухожу. Пошел вон отсюда. Давай с таким толстым. Уходи. И жена у тебя дура. Понял? Уходи, а то я тебе шею сверну. А ты что с ним разговаривала? Думала, клиент. Я же предупреждал, не говори с мужчинами. Не буду. А ну, не трогай. Ты не позволишь мне есть? У Оли на тарелке много еды осталось. Доедай за ней. Мы свиней не держим, отдавать некому. Я не голодна, спасибо. Ну-ну, иди. До свидания. До свидания. Я провожаю. Конечно. Еще приходите. Такой хороший клиент. Да? Лысый, вообще шампунь не трогал. Откуда он? Он в России. Этот мальчик к вам. Это от Аслана. Мне? Спасибо, пусть уходит. Ну что за времена настали? Родители маленьких детей без присмотра оставляют. Расим, перейди, пожалуйста. Айнура, посмотрите там, как погода. Действительно, выйди на улицу, отдохни. А это письмо ее родные отправили. Пусть привет от нас передает. Значит, Лена,
Пожалуйста, верни досье обратно. Аслан, досье хватит. Спасибо. Цены растут. Кофе опять подорожал. Скоро на вес золота будет. Да, а нам говорят, что уровень жизни растет. В Европе приближаемся. Все врут. Никому верить нельзя. Это точно. А нравы какие. На молодежь смотреть противно. Да, скоро наши обычаи только мы и будем помнить. Верно говоришь. Ты чего такой хмурый? Чем ты расстроился? Платье испортила. Какую-то краску вляпалась. Не надо расстраиваться. Не надо. Котик, ну, котик. Ты же любишь свою девочку. О, холосый ты. Котик, купи мне новое платье, котик. Султан все отстирает. Ну, не хочу я стиранное, ну, давай новое. Ну, котик, ну, папочка, ну, котик, котик, ну, пожалуйста. Ну как, нашли что-нибудь интересное? Пока нет. Так, это день. А банкоматы обчистили ночью. А что я говорю? Надо ночное видео посмотреть. Здравствуйте, Лена. Снова пришли кого-то спасать? Нет, никого спасать не надо. Здесь все документы. Возьмите. Аслан, ты только посмотри, что тут. Так я его знаю. А вы его узнали? Вы только посмотрите, что он вытворяет. Она ничего. Капеллина, да? Что она говорит? Я не знаю. Зато я знаю. Давай-ка. Привет. Кемаль сказал, что ты должна это постирать. Забери свою грязную одежду. Ну, слушай, извини меня. Просто Кемаль сказал, чтобы я тебе все это принесла, и ты постираешь. Я хочу, чтобы ты убиралась из этого дома. Ненавижу тебя. Ну что, как самочувствие? Пей, солнышко, пей. Я так больше не могу. Все. Больше их на порог не пущу. И не зарекайся. Убивцы. Чую, что от этих коллег так просто не отделаешься. А что делать-то? Можно же сократить их визиты до одного раза в неделю. Ой, что-то мне нехорошо. Митя, что-то нехорошо. Могу я войти? Нет. Почему? Потому что ты слишком обнаглела. Безмозглая шлюха. Как ты посмела выгнать Олю из моего дома? Кто ты такая? Я твоя жена. Понимаешь, жена? Я сам решу, кто моя жена. Пошла вон. Убирайся. Куда мне идти? Не знаю. Собирай свои вещи и убирайся из моего дома, дрянь. Ненавижу.
Что это у нас за дела? И как нам дальше работать? У нас стриптиз или цирк? Не знаю. Но это или очень хорошо, или очень плохо. Для меня? Благодарю. А как же тебя зовут, о прекрасная незнакомка? Меня зовут Ксюша. Давайте выпьем. За знакомство. Ты прикольная. Классно танцуешь. Вам правда понравилось? Очень. Спасибо. Отпустите девушку. Хорош прикалываться. Мы тоже пообщаться хотим. Уважаемый, Ксюша, с нами хорошо. Мужик, уйди отсюда, пожалуйста, я тебя прошу. Уйди. Не мешай нам отдыхать, пожалуйста. Вечер сегодня ерунда. Да. Кисловато. Бухло вообще не заказывает. На дебет вообще не тратит. На арену. Проезд без Ярослава. Париж, мадемуазель Ксюша. Ну да. Надо что-то делать. Архан дома? Хайер. Нет. Что случилось? Опять проблемы? Кемаль выгнал меня. Почему? Ты что-то натворила? Потому что он живет с другой. Он заставлял стирать ее вещи, доедать за ней. А когда я сказала, что не могу так больше, он меня прогнал. Мерзавец. Ну, успокойся, сестра, не плачь. А что мне делать, Дилек, смеяться? Сейчас придет Архан и тоже выгонит меня. Ты пришла к себе домой. Он не посмеет прогнать тебя? Посмеет. Кто сможет помешать ему? Я. Я. Мама как себя чувствует? Все так же плохо. Не плачь. Добрый вечер, господа. Позвольте представиться, владелец этого ресторана, Майоров Юрий Иванович. Очень приятно. Взаимно. Как отдыхается? Прекрасно. Спасибо, Хасан. Это замечательно. Прошу прощения, господа, но я должен украсть у вас звезду сегодняшнего вечера. Вы позвольте? Красавица. Очень жаль. И я сейчас к вам пришлю другую, не менее эффектную девушку. Ну, если только так. Пойдем. Приятного вечера. Ну, вот видите, всем я понравилась, а вы говорили, вы мне не верили. Что такое? Деньги нет. Какие деньги? Ты вообще хоть понимаешь, чем ты должна заниматься? Ну, конечно. Я должна развлекать людей. Ты должна не просто развлекать людей. Ты должна трясти своими сисечками и разводить их на бабки. А именно это у тебя хреново получается. Блин, ты чё? Тварь. У тебя проблемы? У меня были проблемы, когда я жила с таким ничтожеством, как ты, жил за мой счет, сука, а сам трахал свою Марго. Б! Вот оно что. А я и не буду отрицать. Да, трахался. Только виновата в этом. Ты не меньше моего. Я? Да, ты. Я виновата в этом? Конечно. Ты же у нас диктатор. Пиночет в юбке. Прешь по мужикам. Как танк. Кобелина, пошел вон. Да без проблем. Пошел вон, я сказала! Стерва.
и говно это свое забери. Господи. Ой, господи. Опять телевизор, Олег. Ну сколько можно, Олег? Ну что делать-то? Олег, интеллигентные люди всегда найдут, чем заняться, Олег. Ну, например, ну, давай в нарды сыграем. Олег, интеллигентные люди, они всегда найдут, чем заняться, мой дорогой, мой любимый. Книжки, что ли, читать? Книжки. А почему нет? Слушай, а ты не безнадежен. Ну, пасан, что ли? Куприн. Попотнули. Светок. А ты гений у меня. Почему? Вот мне понравилось твое вот это слово. Про любви, которое ты сказала. Человек один не может быть счастливым. Они, может, если двоем, оба вместе можно ли быть счастливым, то меня вот философушка. Правильно я сказал? Философ. Да, философ. Ну, вообще-то, если честно, это как бы не совсем моя мысль. Да? Ох ты, Паришка маленькая. Слушай, где находится остров Пасхи? Туда надо, что ли? Нет, мне туда не надо, просто у обувщика есть мечта. Оказывается, всю жизнь мечтал уехать на остров Пасхи. Зачем? Не знаю, может быть, там обуви больше. И вот на заре приказал Соломон, ой, господи, отнести себя на гору Ватан-эль-Хав. Оставил носилки далеко на дороге, и теперь один сидит на простой деревянной скамье наверху виноградника. Ну, не спи, Олег. Да, слушай, слушай. Ну, я вижу, как ты слушаешь, но это же классика. Ну, вот Соломон встает и прислушивается, милый. Женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке за деревьями. Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, и веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка. Весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни. Ну, дальше. Не смотри на меня так. Зверь, твой взгляд околдовывает меня. О, не целуй меня, не целуй меня. Здравствуйте, господин. Ваша жена в нищенских тряпках только что через черный ход тайком вышла из дома. Это все? Да, но вы же сами. Разве этого мало? Иди. И вы ничего не будете делать? Иди. Господин, господин. Бросаю курить. Отличную замену. Ну, и что это у нас за фигня? Где вы взяли эту корову? Вы видели, как она дергается? А эти уроды ржут. Стриптиз – это искусство. Просто клоун. Или у нас теперь цирк? Такая жирная, я в шоке. Угу, королева помойки. Черт, и что? Стоп. По домам и завтра на репетицию. Ну, а не чем-то в пора? В чем-то, да. И что будете делать? А я поставлю между этими дурами. Стекло. Пули непробиваемо. Что смотришь? Иди заказывай. А Соломон-то еще тот кобель был. Сколько у него было наложниц? Ну, милая. Зато он был опытным любовником, не лежал целыми днями в трениках перед телевизором. Ах,
Я, может, не Соломон, но тоже не последний мужчина. И далеко не консерватор. Ой, какие мы. И как далеко мы готовы зайти в своих экспериментах, а? Далеко. Ой, далеко. Угу. Так, может быть, ты даже и с двумя женщинами сможешь? Нет, с двумя нет. А ты? Слушай, сколько можно? Сколько можно, Вадим? Ну, сколько можно эту тему пройти, ор? Все. Хватит, надоел уже. Я гипотетически говорю. Если все эти, как это, условности там эти все убрать, предрассудки, как они. Ну, смотря с кем. Ага. Нет, ну Зина нет. Ее не привлечешь, а? Альбина, химичка. Чисто теоретически? Да. С химичкой вполне. Угу. Какой ты, а? Как неожиданно. Орхан, садись, Орхан, отдохни. Я сейчас покормлю тебя. Спасибо, родная. Как тебе мясо? Отлично. Перца достаточно? Да, спасибо. Может, еще воды? Не надо, не беспокойся. Может, пиво хочешь? Я сейчас принесу. Послушай, Дилек, хватит юлить. Говори прямо, что тебе от меня нужно? Султан вернулась домой. И? Кемаль привел в дом шлюху и выгнал твою сестру. Он издевался над ней. Заставлял ее обстирывать эту тварь. Он... Я понял. Пусть она остается. Пожалуй, все-таки принеси мне пиво. Сам возьмешь. Как же меня достало это старье. Поешь немножко. Будешь молоко? Да. Мама совсем плохая. Почти неделю ничего не ест. Хорошо, если за весь день удается впихнуть в нее кусочек хлеба. Что же делать? Да что тут поделаешь? Со дня на день она умрет. Нет. Султан, надо смотреть правде в глаза. Мама болеет. И помочь ей уже нельзя. А это значит только одно. Она умрет. И как бы мы тут не рвали на себе волосы, это случится. Ты не должна так говорить. Почему? Было бы лучше, если бы я говорила: ах, бедная мамочка, ты обязательно поправишься. Можно вообще ничего не говорить. Правда слишком ужасна. Султан, это жизнь. Мама умрет, а мы останемся. У нас будет кафе, мы будем поддерживать друг друга. Все будет хорошо, Султан. Поверь мне. Поверь. Как же я устала. Добрый день. Добрый. Вот, просили вам передать. Что это, доченька? Я не знаю. Сынок, посмотри, что тут написано. Не могу понять. Так, вылет, прибытие, трансфер из аэропорта. Что такое трансфер, дедушка? Не знаю. Ты читай, читай. Что там дальше написано? Ничего себе! Так это же тур! Путешествие на остров Пасхи.
Госпожа. Это люкс 205-й шуметь. Угу. Да-да. Что ты хотела сказать хозяйке? Постояльцы все время жалуются на шум. Рабочие работают в то время, когда им удобно. На наших клиентов им совершенно наплевать. Хорошо, я разберусь с ним. Ты иди, работай. Тоже мне. Ну и что ты стоишь? Иди. Уже иду. Ну я же вижу, что ты не идешь. Ну и что я простая служанка? Так и веди себя как служанка. Какие вы разговорчивые. Ой, вообще не до вас. Минутка. Что случилось? Почему ты расстроена? Там сангит. Гиды? Я просто в шок. Я вообще не могу понять, что теперь вообще делать. Я на нашей встрече с Ибрагимом. Я тоже. Вот мне очень плохо после той встречи с Ибрагимом. Ну, понятно. Он очень странный. Очень странный. То есть, ну ты тоже это почувствовал, да? Ты прям вот сквозила. Да, я даже думаю. Ты думаешь, что это он? Да,